Внимание, автомобилисты, в областном центре в двух местах запретили остановку транспорта. Первая — на улице Клары Цеткин от дома 59/1 до дома 38. Дорога здесь изгибается, и припаркованные машины создают трудности для въезда на территорию кадетского училища. Второй участок — улица Орджоникидзе на протяжении от Республики до Ленина. Введенные ограничительные меры должны облегчить движение в центре города в часы пик. Владельцы транспортных средств хаотично оставляют свои автомобили, занимая тем самым, помимо имеющихся парковочных обустроенных мест, проезжую часть, занимая одну полосу для движения, что в значительной степени снижает пропускную способность в вечерние и утренние часы.